Константин Викторович, ну а что вы думаете о наличии пятой-шестой колонны вообще во власти, в нашем обществе? И вдогонку, что называется, вопрос. Как вы оцениваете перспективы левого движения в России и особенно в мире? Какое место здесь должна занимать Россия? Ведь, ну, явно, с этим, я думаю, никто не будет спорить. На нас сейчас в мире смотрят большинство стран с явным сочувствием. Мир стоит на грани катастрофы, причем ядерной катастрофы, возможно. Коммунисты в этом едины. Есть очень немногие люди, которые сейчас в происходящем наблюдают что-нибудь прогрессивное. Что касается шестой колонны, это термин ультраправых и правых наших идеологов, которые, кстати говоря, энергичнее всего, да, озлобленнее всего выступали за милитаризацию, за военную кампанию. Я как-то побывал на одном таком мероприятии, где в 15-м еще году люди говорили, что нам нужна война, потому что она оздоровит правые силы в России и позволит им перейти к власти. Вот, кстати говоря, кому милитаризация и эскалация более всего выгодны сейчас, потому что реваншизм — это та волна, на которой они рассчитывают горцевать, та волна, на которой они рассчитывают прийти к власти в какой-то момент. И прецеденты того, что это возможно, да, примеры того, что это возможно, в истории есть.